слыхали новости? Говорят, сокровищницу Крома ограбили. Неслыханное дело! Я даже знаю, кто! А на такое способны только вольные механики! Я уверен, что это была команда изобретателя, известного как Доктор Жесть. Уникальная экипировка. Механические устройства. Хитроумные приспособления. Стальные мускулы и продуманный до мелочей план. Не сомневаюсь, они тщательно подготовились. Учли каждую мелочь. И не допустили ни одного просчета, ловко обходя препятствия и ловушки. Все это позволило им пробраться в сокровищницу практически незамеченными. Только таким образом можно было провернуть настолько дерзкое ограбление. Да что ты несешь, коротышка? В своем ли ты уме? Какие еще механики? Сокровищницу ограбили пираты под предводительством шальной Джейн, грозой пепельных островов и зубастого залива. О, это я вам скажу, та еще бестия. Джейн отважна, как стая голодных акул, и хитра, как старая барракуда. Это она вломилась туда с отрядом бравых ребят и захватила несметные богатства, которые теперь зароет где-нибудь на необитаемом острове. Возможно, вместе с бравыми ребятами. Эх, жаль, меня там не было. Вы оба только зря языками чешете. В сокровищницу угодил Хастлер Кроули. Тот самый знаменитый охотник на ведьм. Уж я-то точно знаю. Потому что в ту ночь он и его наемники охотились на меня. Поверьте, даже врагу такого не пожелаешь. Их главарь Хастлер – ужасный человек, не знающий жалости ни к своим жертвам, ни к самому себе. Шел по следу, как пес, упрямый и кровожадный. Голову даю на отсечение. Я бы сейчас здесь не сидела, если бы погоня случайно не завела нас в крайне неожиданное место. Прямиком в сокровищницу Крома. Так что, выходит, никакого ограбления не было вовсе? Значит, верно говорят. Кром своего не отдает. А вот я сейчас, пожалуй, обдеру вас как липку. Ну-ка глянем, кто с козырями на этот раз.